Это самое начало. Пошел нахуй, блядь, сам дал. Интересно. Hello, dog. Fuck you. Почему-то я знал, что нужно будет сюда прыгнуть. Интересно. Что я там должен был делать?
сзади меня боль... перестает преследовать. Я сейчас всем бежу. Я все время перепрыгивал это бревно, сейчас не перепрыгну. Эти бревна. Так, ну сейчас, если я вперед побегу, то эти собаки будут. Да, и назад я тоже запрыгнуть не могу. Воу, нормально. Что там вообще под водой есть? Даже не предупреждаю, что он сейчас задохнется. Я как бы предсказывал, ну, думал, что да, он задохнется, ну блин, ну не так же. Ладно. О, мертвые свиньи.
тогда надо цыплят, наверное, засосать. Зачем? Зачем-то. Это побольше надо, да, давайте идите сюда. Логично. Наверное, я туда должен, где свиньи. Что это там за червяки? Что это? Воу! What the fuck? Еще. Вот. Все, убилось. Так. Там челы какие-то. Что мне делать? Заводись, свинья! Заводись! Может, там на улице что-то принести? Вот что это за фонарь? А, может быть, я должен был от свиньи оттолкнуться и запрыгнуть на фонарь? Но не может же быть, что все, я теперь в тупике. Да, тут ничего не было. Может, надо реально свинью завести. Заводим свинью вместе с конторой. Это то, о чем мы мечтали. Опа! Я ей хвост оторвал.
Пошли, свинья туда. Без хвоста она безвольная, я понял. Ого, прикол. Я теперь этими чуваками управляю, которые сзади. Опа. Так, этих я не могу открыть. А, могу. Мало сил. Пойди. Вдвоем не можем открыть. Ладно, пошли туда. А, если сделать, чтобы эти двое тоже подошли, и мы бы вчетвером открывали. Ну как это сделать? Как-то так. Так, хорошо. Теперь... Нет, так не получится все равно. Ну да, там тоже двое только открывают. Подумать. Я, наверное, точно должен их освободить, но как это сделать? Эту штуку они не тянут. Надо сделать так, чтобы они все вчетвером около решетки этой встретились. Ухожу я всеми одновременно. Варианты можно накидывать, но если вы не проходили игру, чтобы интереснее было, чтобы мы вместе ее туда проходили. Стенку справа надо ближе к решетке. Стенку? Какую стенку? Нет, тут ничего не получается. Эту стенку справа не могу с ней ничего сделать, видишь? Они не могут толкнуть. Там, наверное, тоже надо, чтобы они вчетвером были.
Ну, я стенку пробовал и от, и на. Но видишь, она с колесиками. Я так думаю, что сначала нужно освободить тех двух, и потом они вчетвером вот эту стенку смогут на себя толкнуть и на нее залезть. Не, по нему влево-вправо не получится, потому что они одинаково ходят, видишь? Как бы вот, эти пришли сейчас. Ну, как мне их оставить тут? И чтобы только левые пришли теперь. Видишь, они все включаются. А, во! Прикол. Такая чисто деталь управления. Ладно. Я просто зажал квадрат, ну, типа, чтобы они взяли. И пока они, типа, держат, они не могут ходить, но зато другие могут ходить. Так, ну, с этими, наверное, все. Виртуальные рабы. О, смотрите, сколько там много. Так, вон наверху цепь. А, и цепь тоже уходит. А это там не кнопка вон наверху? Какая-то кнопка. Но я не могу ее нажать. Там надо тележку, видимо. Не. А, ну все, все. Я опустил цепь. Этот стул можно взять? Нет. Опять птенцы. А нет. Так, ящик наверху, понятно. До веревки я не допрыгну. А, не, я понял, как надо сделать. Не так. Вот так надо. Логично.
Что-то мигает. Просто секрет какой-то, наверное. Привет. А вот он загорается справа, какая-то синяя. Опять желтая, опять синяя. И что это нам дает? Синяя. А закрыл дверь. Так, ну и что? А, надо, чтобы они оба стояли на этих квадратах. Ну вот один встал. Так, и как мне сделать, что второй встал? А, вот так. Еп. Ну да, тут я не допрыгиваю. А мне нужно это делать? Включать этого робота? Отпусти меня.
Так, ладно, не будем включать их. Ага, лифт не работает. Ясно. Сюжет непонятно, о чем игра начинается, ты просто идешь по лесу и все. Может, будет раскрываться по пути. Хотя Лимбо тоже сюжет так и не раскрывается толком. Те челы в масках все стоят. Ладно, будем тоже прыгать. Что надо было делать? Поворачиваться? Собака еще это. Я думаю, мне сейчас пока лучше не выбиваться из общего потока. Блять, что, бежать или нет? Да пошел ты нахер. Надо было, короче, сразу бежать, я понял. Блин.
Но я тут вообще, по-моему, не убегаю от нее никак. А, я знаю, погоди. Во. Тупая собака. Так, ну я же там не допрыгнул без ящика. Без ящика я не допрыгну. А, нет, так не получится. Ну и тут, наверное, я разобьюсь, правильно, если... Попробуем, погоди, допустим. Что я там могу сделать? Да ничего там я особо и не могу сделать. А, погоди, он туда прошел, что ли? А, да. Если идти до конца туда, это так вслепую получится. И непонятно, что это. Ну, ладно, пробуем. Так, сюда пришел. Туда, давай теперь. Все, это куда-то дошел как будто. А докуда? Сюда. А, погоди. Нет, блин, тогда я не смогу контролировать. Я думал, что он тележку туда привез. Ну, вниз я, мне кажется, точно разобьюсь. Ладно, давай проверим, чтобы точно, наверняка. Да, ясно. Угу. Так, вот мы с этим челом. А погоди, он тележку двигает вместе со мной, как бы, да? Но при этом он может туда заходить. А, все, да тут уже не контролируется. То есть у него радиус есть определенный контроля. А, пс, так логично, тогда я тут, ее тут оставлю. Вот здесь где-то. Правильно? Так, теперь идем туда. И теперь так. И давай. Раб, работай. Ну я же все-таки квесты придумываю. Тут я могу встать, да? Все. Так, хорошо. Стой, стой. Сюда немножко. Ну только что это мне дало? Ходить-то я могу только влево и вправо, а туда внутрь я как бы не могу пойти. Я могу здесь спрыгнуть или что? Что там за... Как будто такая лестница. Она как будто вдали. Ладно, погоди. Давай этим челом просто побегаем, посмотрим, что тут. А подожди, а если им тут на эту... На шлем нельзя, да? А, погоди. А если взять... Тем челом, смотри, там, видишь, еще один шлем есть. Так. Сейчас, погоди. Прикол. Теперь...
Теперь я иду третьим челом, управляю. Что мы можем делать? Ну, тут как будто что-то можно. А, придумал. Можно так, смотри. Так. Опа. Так, что мне теперь надо сейчас делать? Да, этот, короче, остается там. То есть мне все равно надо в итоге себя как-то привести, основного героя. А, спрыгивают оба, окей. Хорошо, теперь я беру это. Правильно? Сюда. Внизу какая-то движуха. Так, подожди, что-то этот мне рычаг не нравится. Вот, лучше, может, как-то так сделать, не знаю. Воу. Типа я спрыгиваю? А, надо еще успеть. Нет, 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 нет! Надо было полностью открыть. И вообще надо было на левее, да. Да, левее. Так, окей, окей. Так, не растерялись, как дядя Сережа учил. Вагонетку нашли. Вот где-то до сюда надо ее. Все. Дальше идем. Так, тут не могу вылезти. Под водой, что ли? Блин, этот придурок задыхается непонятно через сколько. Так, ну явно сейчас задохнется. Давай наверх. Так, и еще раз вниз. А, ну да, у него есть анимация. Он начинает задыхаться. Реально по чуйке. Так, ну тут что-то пока непонятно. Коробка с красной ручкой была, да? Где, под водой? Что-то я не заметил. А, эта кнопка, наверное, поднимет воду, да? То я спустил. А это надо поднять. Ой. Нет. Ну да, обратно попал сюда, и что?
И что? Типа надо в ту закрывающуюся дверь успеть, что ли, получается? Ну тут вообще никак не успеваешь. Я... Либо вон цепь, и, наверное, под водой, наверное, что-то найти надо, да? Так, подышать надо. Кнопку могу нажать тут. О, да. А, ну да, она сейчас просто воду спустит. И туда, наверное. Та-та-та-та-та-та. Угу. Ну ладно, попробуем сейчас это так. Нажали. Все ясно, чемодан туда, и там на цепь запрыгиваем. Я не понял там, как крутить. Ну и все, больше нельзя крутить. Так, погоди. Фонарь сейчас она сделает, интересно. А, давай эту сторону крутить. Ясно. Я в какую-то не уже забыл об этом. Я опять забыл, в какую сторону крутить. Влево, да, вроде? Да нет. А, ясно. Да fuck you!
О. Вот там собака. Она плавать не умеет. Блять! А, фак! Сука, она плавать умеет! Она еще и ныряет, охренеть! Пошла в жопу. Хадукен! Ты еще одна. Да вставай, мальчик. Блять, они сейчас отсюда пойдут. Не, погоди, я еще не готов. Сейчас мы сделаем так. Ёпта, он по одной дощечке только отрывает. Ну как бы да, я это понимал. Но... Надо ждать, наверное, чтобы они полностью добежали до туда. Все назад. Голодок. Побью. Может, я уже там мог пролезть, в принципе. Ну ладно, не будем рисковать. Я бы обосрался так в реальной жизни. Когда ты на заборе сечь там, и перед тобой собака. Но все равно там может как-то через дырочку тебя за храм укусить. Блин, а собаки за мной побегут. О, ладно. За лестницу я имел в виду. Он на шпагат сел. Так, спускайся по лестнице, мальчик. О, смотрите, там чел какой-то. И так, погоди, наверное, мне пока лучше куда-то сюда. Теперь в батискаф. Подводная одиссея команду Кусто. Ну давай, залезай. О, круто! Вот это прикольно. Марианская впадина в поисках Титаника. Чувствую себя Жаковым Кусто. В
в реальной жизни, вот я ненавижу вот такие подводные конструкции всякие, низ корабля, гудящие трубы в бассейне, какие-то затопленные такие конструкции, я бы там обосрался. Не попал немножко. Привет, Илгава. Подожди, что у нас тут? Ладно, явно мне там ломать надо дальше. Нет, тут не ломается. Больше нет трещин. Зачем тогда это вообще? О, больше не осталось кусков уже, которые отломать можно. Посмотрим, что там. А если вылезти? Вот мне кажется, надо вылезти, и вот тут можно идти, наверное. Попробуем. Ой. А, точно, логично, надо самому плыть. Точно, я-то пролезу. Эх, с батискафе мне нравилось. Thank you.
Окей, хорошо. Что там сейчас у нас будет? Ага. Наверное, я там стоять должен был, да? Сейчас проверим, что тут. Люблю сначала все проверить до конца. Да, все тут ясно. Три, два, один. Первый пошел! Так, это дверь для батискафа, да, получается, открылась. Бля! О! Видел? Там какая-то шляпа проплыла. Быстрее в батискаф. Да в батискаф. Давай. Алло. Все, так лучше. Получше. О, смотри, кнопка. Типа выплате нажать. Давай сначала посмотрим. Угу. Так, я, наверное, нажму, и будет вода спускаться или что? Так, ну смотри, давай тогда так. Наверное, эта шляпа приплывет. Так, нажали. На всякий случай в батискаф залезу пока. Я в домике. А, все, вода спустилась, да? Больше не будет спускаться. Я по чуйке понимаю, что надо, наверное, успеть, пока вода спускается в батискаф, и перепрыгнуть вот эту херню с трубами. Ну, по чуйке вроде так. То есть мне тогда надо сейчас опять нажать. Да, тут у нас... Что это за дверь?
Ладно. Наверное, надо сейчас вылезти, нажать. Подожди, а зачем нам это? Как разобраться, непонятно, да? Так, нажал. Мне надо в другую сторону, когда наоборот спускать будет. Сейчас-то что? Я так и так могу эти трубы переплыть. Ну да, я могу их сейчас переплыть. Получается, зачем мне, чтобы здесь было мало воды? Для чего? Вот какая-то типа дверь. А это что, там кнопка или нет? Наверное, чтобы я там мог выйти из батискафа и нажать. Так что. А подожди, я тут могу прямо из батискафа вылезти? Не, не могу. Ладно, давай попробуем мою эту версию. Не знаю, правда, что это нам даст. Да залезай ты, придурок. Звучит логично, и типа там будет меньше воды, и что-то это нам даст. Мы там сможем встать на батискаф. Не знаю. Подожди, а без батискафа я тут могу проплыть? По идее же могу. Просто посмотрим. А. Что-то все как-то проще оказалось. Я там уже сам все головоломки начал придумывать. Хотя, может, мне в итоге и надо тут именно на батискафе быть. Сейчас какая-нибудь херня вылезет. Ну и да, я тут задохнусь, наверное. Погоди, погоди. Давай-ка воздуха мне. А, все уже. Ладно, надо поссать. Ладно, я думаю, на сегодня пока все. Тут же игра сама сохраняется, да? Да. Все, потом дальше будем проходить. У меня там еще пару дел надо сегодня сделать. Так что давайте, всем пока. Так, а как вырубить?